Воздух, которым невозможно дышать. С жалобой на неприятный запах челнинские садоводы обратились в Министерство экологии Татарстана. В рамках административного расследования Прикамское территориальное управление выяснило, что рядом с дачным обществом любителей природы находится предприятие «Лессервис», занимающееся деревообработкой. Оно и стало причиной странного запаха. В ходе мониторинга выяснилось, что древесная пыль, опилки выбрасываются из циклона, то есть газоочистной установки, которая не должным образом герметична. После проверки был составлен протокол по статье «Нарушение правил эксплуатации газоочистных установок». Помимо этого выяснилось, что у предприятия отсутствует разрешение на выброс таких отходов. Материалы дела были направлены в городской суд, решением которого стали штрафные санкции в виде приостановки деятельности предприятия сроком на 30 суток.